Ой. Приди, Если приди. их сейчас всех завить, этих стражей, дыханием, у кого-то ачивка засчитается. Подбивайте. До 7, до 60 тысяч прибивайте. Вот сейчас вот. Женя, пускайте. Не-не-не, отведи туда, к тотемам, пока рано ты сюда ведешь. Отведи к тотемам. Так, Дуду. Так, давай Deadminded, ставь, точнее, читай гимн на ману, а Анрик ставь тотем, прием ману. Как у стражей, заберите их, сейчас прожарим нормально. Так, хиль-хиль-хиль паладина. Ушел пушку запускать. Так, подбивайте, подбивайте шипашки, давайте. У вас 12 секунд. Запускаю. Давайте все в центр опять, все точно так же делаем. Становимся перед мордой, милики не бьете. Бейте, не бейте их, не убивайте. Перед мордой становитесь. Она не уешьте, не уешьте. Дыхнет. Да, она еще все разочек дыхнет. Давай рост, давай рост. Ты сейчас их добьет. Все отлично. Убивайте, босс. Сферу рольте, сейчас схожу до босса, посмотрю, поди, там остался токен. Козырь, ты тут? Тебе передали токен? Дайте, очень интерлюд. Не ходи никуда, уже у него есть токен, мы передали. Вижу. Что ты кидаешь, рейд? Мы еще не убили все. Так, пояс, ладно, рольте, идите чистите трэш пока. Печально. Кольчужные ноги. Это вот с боссом, может на ДС пятница? Я накину тебе ЕП. Платный пояс рольте. Танковский. Так он только паладином, да, варом идет этот пояс. Это такой пояс, что просто не могу. Теперь по правую сторону зачистим двух мобов. Говорят, Рики, во время каста можете дать точечный стан. Так, ужопся. Ой, я сюда зайду на друида, хорошо? Может, меня в ковш кинет. А может, кинет. Бейте круг. Бейте круг, все танки заберите. Не стойте, то попадаем. Пять кружок. Так, давай, кто там, Стимп или Макгрегор, видите его, 4 моба впереди там. Сводите их вместе, напуливайте и массу заливаем.
короче, на боссе. Кстати, дай Селу, пожалуйста. Где Цукина? Стим, ты знаешь, как тут ачивку этот раскалыватель или как-то так делать? Двух мобов да, надо да. раскалить. Все, ты тогда расколешь, а Макгрегор, ты потанчишь босса, поводишь его. Когда будет не держать, да, потом воду завести и все. Да-да-да-да, ждешь появления двух мобов, потом заводишь их в красную лужу эту, которую босс составляет. Место Кацапанка, ой, ВД. Это Цукин спрашивает, да? Да, да. Да, так. Хорошо. Поставьте шкаф, не агрите босса, сейчас с Олегой Персимоном будем начинать. Шкафчик вот. Олег у нас хочет в ковш, значит. Может кинет. Так, Макгрегор, все, давай, иди забирай. Танчи босс. Стоп, стоп, блядь. Тут? Интерлюд? Да. Блин, все, давай, Макгрегор, начинай. Дерзкие глупцы. Ведешь босса туда, поближе к фонтанчикам. Бегаешь туда-сюда между ними. Калк, вкачанная маска. Поставь третью ауру. Калк, ставь сосредоточие, третья аура. И по моей команде мастер аура нажмешь. Готовься, Калк, скоро нажмешь мастер аура. Но на юге ты не прожимал. Вот, давай, жми, стопка. О, красава. Тильки, интерлюда, кош попал. Да ничего. Так, получать удовольствие. На порт нажимать и бить. Жух не стойте, ребят. Танка схватила. Какой-то милик заберите или покайтите моба. Там офф танк. Грегор, забирай на себя двоих. И дви босса танч. Все, я это выскочил. Майн. Так, давай раскалывай их сейчас, подожди, жди. Лужу раскалывай и заводи в этот фонтанчик. Стоп-каст. Стопать надо? Выпустить. Так, Реал Прайда хилить. И Джерин или Дуду побейте со мной по моей команде мобов. Давай раскалывай. Все, давай заводи. Надо их... Все, я завел. Отлично. Давайте убивать. Надо мобу для чипки. Чипку сделали, добивайте босс. Осколок. Три. О, жезл хороший. Вау, тотем. Три, да. Не знаю, посланника топнул. А головной будем бить? А, там дополнительная ИП. Да не. Ну да, за каждого босса там... здесь 147 ИП, где-то так. А если мы сейчас слезы делаем, плюс 1К. Да. Или 2. Или 2. Плюс 1К. Давай слезы 2. Это... Хорошо, там... давай 2К, давайте 2, давайте даже 3. Это, если у вас там не фулл топать. Сейчас подойдем к боссу, разрулю это говно. Рульте тренинг, не надо. Не пульте только без танков, как в тот раз, только придурки поумирали. Дай пати крауду. Ну я не могу, я рулю. Если мне кто-то поможет, буду... Ну так я же нажал ролл, давай. Так дай мне, если что, дай мне ассист, я доберу. Сейчас, сверну. Я осталось. Доберу. У меня есть гайд, как пробежать через этого моба. Бля. Так. А чё, он нужен мне? А? Наверное. Если нет, то пойду я дальше. Соберу нормальных людей.
Если дашь мне ассиста, я помогу, но и без ассиста нет. Да, конечно. Че сейчас это? Одно на три, которые мониторят. Аук, уже разрешены опять? Мэджик, давай сферу переролим. Кого? Ты мне? Да. Вот эти вот аддоны, которые АУК сканируют, там по дешевке выкупают вещи, они уже работают опять? Что за сфера? Всегда работали. Уди, это у тебя ключ? Давайте не будем заходить на вот это поле, блядь, светлое. Стойте, нахуй, а то сейчас кто-то спулит. Так ему же все нажимать надо там что-то. В Apple Box уходи, уходи. Подожди, куда ты ливаешь? Надо ЕП, наверное, найти, начистить, или тебе не надо? Надо, я просто пишу, что я не могу. Так, какого ты босса был? С этого, с робота. Физрука. Сейчас пошли. Это с нуля он был, получается, он с нуля был. Не с нуля. Ну, только Левиафана не бил. 12 умножаем на 150. 1800. А, я выходит 3 си накинул на 150 больше. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Чё ты не хочешь остаться? Отойти. Кто еще хочешь покинуть, Райд? Я знаю, что все ливают. Там репак Far Cry 5 вышел, рабочий. Лава закончалась и установилась уже. Слава, на БДК не хочешь зайти? А у нас танков нет. Да, надо, у нас танков нету. Три танка. Я в тебе уверен. Ну, они вряд ли тут танчить будут. Полик тут не нужен, сразу говорю. Фрост ДК, по идее, тоже. Иди Steam, если у тебя есть какой-то РДД, либо протопаладин, если ты танчить умеешь. Какого-то ДД, РДД. Кроме ДК. Читать? Чем вам ДК не нравится? Он тут бесполезен. Он на массе специализируется, хотя тут урона мало будет. Блядь, специализируйся. Блад ДК, ДД. Если быть точным. Так вот, меня Макгрегор смущает. Славик, заходи на БДК. Нужен, короче, еще протопол один. В ком я уверен. Где можно начинать, по идее, бить. Но протопол один зайти может из рейда. Ты уверен в себе. Вы читали, что это для вас по уголовному? Кто-то читал? А в какой группе? ВКонтакте. Так, кровь. Сделайте группу в Телеграме. Онлайн будет больше, я уверен. Оставайся с Steam в БДК. Оставайся. ВКонтакте. В танке оставался или в ДД? В ДД, в ДД. Steam в ДД. Войд в БДК и Цукин, скорее всего, протопал будет. Я что-то в себе не уверен. Спекаться уже в протопало? Блять, кто-нибудь читал то, что я в группе написал ВКонтакте? Конечно, что нет. Про тактику на бессмертного? На уголовного. Ой, на уголовного бессмертия, в смысле. Просто надо обсудить нормально тактику, чтобы все... О, Джерри, он же есть. Дима, есть у тебя протопал? Димас, Джерри, протопал есть? Ну, танчить некому. Толку больше от БДК будет. Так. Ну, смотри, Цукин, сейчас объясню, что тебе делать надо будет. Тактика элементарная. Ну, плюснул. На этом боссе все охуенно делал, как топчик.
Смотри, Войд танчит первый, набираешь 4 стака слова. Так, Цукен, ты забираешь на себя босса. Как если в протопала. Смотри, значит, механику этого босса вообще знаешь, или ты первый раз на этом боссе? Я вообще первый раз в Бульбуаре. А, ну кц, давай тогда вырпала. Я же поэтому сказал, что я в себе не уверен. Да, вырпала спекаси. Или лучше, да, наверное, вдоларал его сразу, да? Чтобы не поротить чивку. Ну, можно и так. Да-да-да, вдоларан иди. Грегор, ты, если что, затанчишь босса или нет? Да, это просто предыдущая, это хуёвая аура. Ладно. Так, окей. Чё Шеннон и Хилика вне рейда делают? В шестой пати, они заходят или нет? Если я не захожу, я жду, пока меня кинут за самолет. Йо, с нами, поздравляю. Ставьте шкаф, сейчас присуманим, всех объясню вкратце, что делать начнем. Мисао, ты знаешь тактику на этого босса? Мисао, Анку. Я ей накинул пати на Даларан Портанёс, ну либо хочешь объясни, она останется, будет хилить. Все правильно, ты ЕП начислял, да? Можно кикать ее? Да, кого еще кикать? Не, если Цукин не чистит это. Да, чуть-чуть кикнули то. Кто боится чивку запороть, потому что, скорее всего, ГП. Подожди, ты Альпича кикнул случайно, походу. А кто там? Ты, это Steam говорил, да? Кто там говорил, замените меня? Валера, ты в РК, Нориксис? Кто еще хочет Даларан получить ЕП и все, и пойти в целка? У тебя слезы есть на роге? Цукен, начисли ему, пожалуйста, Олег. Знаю, Цукен, ты с какого босса был? Там, где три мел этих там, кого нужно было, не знаю, как называется. А, совет, да? Да. Ну вот, вы бессмертие это хотите? Да-да-да. О, я, наверное, запарю тут. Это Steam ДК, который говорит. Все, давай, уходи туда. Начисли тоже Steam, пожалуйста. Цукен и Steam, получается, уходят. Этот, слышишь, Жмук? Есть такой вариант, а? Хороший по танкам. У Валеры на Нориксисе есть слезы. Он может БДКшкой зайти, но он, в принципе, БДК играл. И мы втроем три хороших танка будем. Стим, ты с какого босса был? Где? В подвал безумия, там вот этот большой, как его называют? Генерал. Вязать? Я понял. Ну, у тебя Элем? Ага, вижу Элем. Чё про Валера скажешь, БДК? Да-да-да, Валер, зайди, у нас есть рок. А, ты вылетишь? А ты, блин. Ты всегда вылетаешь на Галане? Да похуй, блядь. На удачу, блядь. Заходи на БДК на срач, Валера. Состав хилов на бунт. Кто-то Маршама заходит, да? Да, Маршама заходит. Эрдру есть. Лучший Эрдру, чтобы был. Кот его здесь. У него Эрдру 4.7. Какой 4.7, но там фул бис Эрдру. Он в посланнике 4.7. Все понятно. Дженнифер, ты была на этом боссе? Хилить умеешь? Да. Все, отлично, спекайся тогда в Эрдру. Или что тут? Блять, ну что? Владимир. Эрбол. Понял? Можно еще на паладина позвать, может там какая сакра будет или что? В идеале, конечно, нам протопала надо третьего танка. Три БДК, ты че? Зачем? Мы втроем все затачим, хорошо. Ни сакры, ни щита. Да это хуйня с пятью хилами.
Надо сейчас грамотно как-то порталы расставить. О, точнее, танков. Как раз здесь, в отличие от пожарного, пригодился бы хил или дополнительная сакра. Могу там ДЦ быстро пойти сделать. Если КД нет. Вон, варенька может пятым хилом зайти, и никто не упадет. Ну. Кроме варенька. Его звезды убьют. Ну, я имею в виду не прист варенька, блядь, может шаманов, там не знаю, там точно никто не упадет. И кто звезды танчить будет? Ну, я потанчу звезды. Звезды я потанчу. Три танка, каждый по созвездию заберет и все. Мы, короче, на первом суровом ударе 4 звезды разобьем, 3 черные дыры мы закроем. То есть весь рейд побежит в одну черную дыру. Не говорите, что это нереально. Все будет четко. Это реально, только надо. Ну. Ладно, как играть. Так, ну нам надо ДД. Слушай, есть один хороший. Я объясню, почему нежелательно одну дыру оставлять, а две. Потому что перед суровым ударом, точнее во время сурового удара, идет кара. И вот если вы все рядом с черной дырой встанете, на вас кинется кара, эта кара будет возле черной дыры, и будут люди, которые будут бежать в эту черную дыру и повайпаются. Это перед вторым суровым. Там уже это перед больше... вторым. Это перед вторым, и там будет больше порталов, даже если все созвездия заводить. Ну смотри. А короче, что, пробуем или нет? У нас нету 4 человек. Зачем тут? Какая разница? 21-20. Все равно 20. Сняю тогда тактику, что будем делать. Хилы у нас Калк, Дженнифер. Ты спекнулся в ордру, Дженнифер? Почему-то ты в медведе? Да, перебиваешь. Эльпич, Альпич в ДЦ и Кватербол в Рошаме. Вы пятого хила не хотите? Кого ты тут возьмешь? Кого? Варенька же может зайти. Не надо, нет, тут не пятого хила, лучше протопала с сакрой. А у тебя в оно есть протопал, Ваня? Да, есть. И, заходи, потанчишь. Объясню, что тут надо. Будем начинать. Вара нет. Нету. Зачем? Пускай лучше уничтожат Тарновара зайдем. Да, уничтожатор, заходи тогда, Валера Навара. Вообще нормально. Так у нас миликов нету. У нас из миликов только один урок, зачем вар? Чтобы дал крит этому роге. Вы так собираетесь, будто сделаем эту ачивку. Да ее сделать очень легко. Тут сейчас первая дырка и все. Короче, смотрите, форс-мажор, Олег тогда на звездах, допустим, посидит, а я зайду на хэпала, на пятого хила. Не-не-не, это бред вообще, оставайся на ДДД и РЛ спокойно. Давай еще посоветую, блять, вон по пати пораскидайте получше пристов, где три мага, чтоб хилили два приста, например. ШПшки. Тут... Твайпы из-за того, что либо от красной метки не отбежал, это никто не захилит, либо не зашел в черный дроид, либо прослакается звездами, это тоже никто не захилит. Единственное, где спасет хил и сакра, это взорвутся две звезды, и в это время будет кара, и кто-то недалеко будет стоять от этой кары, еще и получит урон от кары. Вот тогда да, тогда сакра и хилы зарешают. Сашка, only. Козырь. Надо договориться четко, кто будет оставаться и сколько человек будет бить звезды. Потому что один человек это будет долго растягиваться. Между призывами звезд минута всего. Я не знаю, когда я релил за паладина, разбивал все сам. Там где-то 85% дамаги было. Ну так, вам просто для справки скажу, сколько КД мы ходим, все по видео смотрел, мы падаем тупо из-за того, что медленно звезды бьем. Их надо разбивать одну звезду 10 секунд. Если около 15 секунд разбиваете, то уже можно будет падать. Мы с Олегом на звездах посидим. Да.
Они там не то что бьются, как бы, знаешь, смотришь в потолок и бьешь одной рукой, они зергаются. Да, назад. Короче, теперь смотрите, по танкам сейчас все четенько распределим. Жека, Дуду, ты, ШП, все отлично. Первый танчит Войд. Остаешься на суровый удар. Тебе, Альпычи, запомни, на первый суровый удар ты кидаешь зубы Войду. Так, точняк, ты забираешь после Войда, как слова 4 стака заберет. Босса на себя забираешь, тоже остаешься. Прожимаешь на... Ты пропал. Если Войд начнет, он на него, по-моему, раньше 4 стака закинет. И придется точнее. Дайте лапу, пожалуйста. Забирать, переагрывать. Ну да, все правильно. То есть Войд пойдет. Арланком. Так, не перебивай. Вот я не помню на второй суровый удар, кто остается. Точно так же ведь, по-моему, да? А, все, я вспомнил, смотрите, Альпыч на второй суровый удар. Так, Войд получается, я ошибся, ты прожимаешь незыблемость на второй суровый удар. Так, а у точника срабатывает ревностный. На первый суровый удар остается Дуду Типка и Джериан Менелтор. На второй суровый удар остается Квадропедра и Хилика. Дэдмайн, то ты можешь на первый, либо на второй остаться, без разницы. Так, чё по танкам и по хилам, непонятно, спрашивайте сейчас. Когда чё кидать? На первый суровый удар Альпыч ты кидаешь, выйду зубы. Так, Славик, ты прожимаешь все, кроме незыблемости, все дефобилки. Вот, а ты, точняк, жмешь на 50% срез урон. Это первый суровый удар. На второй Славик жмет незыблемость, плюс все имеющиеся дефобилки, а у точняка срабатывает ревностно. Ну, скажу сразу заранее, провальная тактика, потому что ДПСа у нас не хватит в два суровых удара перевести. Третий будет точно. Кто на третий оставаться будет? Ну, вот в том-то и дело. Кто будет оставаться? Короче, уже в начале не короче давай просто объясню, как происходит. Оставаться должен только тот танк, на ком сейчас босс. Ну ты тогда предлагаешь точнику на первый суровый удар одному остаться, да? Конечно. Прожмет тогда не, на 50% срез урон, а ты зайдешь в черную дыру, так? Ну да. Все, тогда окей, на второй суровый удар кто будет оставаться? Кто будет на боссе? Ну, хорошо. По ситуации тогда будем играть. Слушайте, вы же смотрите, пол начинается, и он, ну, Войд держит, и на него кинет 4 стака раньше этого сурового, и придется будет паладину забирать. То есть Войд вначале не сможет остаться. Ну, может, это от рейда зависит, от ДПСа? Не-не-не, нормально все. Да. Ну, смотрите, я же ДД, да, тогда? Можно на ШП оставить. На ШП оставить? Ты на ком сейчас, я понять не могу. Валера что-то ушел у нас. Валера, ты тут? Может, лучше на недельке соберемся, нормально рейд. Пока, да? Когда онлайн будет, когда игроки будут, когда у нас не будет 22. Макгрегор, спятнись фанхолика. Болезни будешь мором обновлять. Сейчас, походу, Валера, короче, вылетел, он срать так начинает. Беги к нему сейчас, чтобы он не зашел и не запорол ничего. У Макгрегора нет анхолика, у меня есть анхолик. Ну, значит, будем без анхолика насрать, хули по делу. Так, ладно, пойдемте к боссу. Ты правый, я не сказал. Сейчас я еще расскажу. Может, на недельке по КД соберемся? Без правил, да забей. Так, смотрите. У нас будет 3 живые звезды и 3 созвездия. Так, мы закрываем до первого сурового удара 3 черные дыры. У нас остается одна дыра. Это на первый суровый удар. Так, чтобы вас 100% в портал засосало, вы заходите в центр черной дыры. Я на себя метку синий квадратик повешу. А лучше. Лучше трусы. Так, в центр черной дыры зашли, и стороны в сторону побегали, и выходите туда, где в реале нету дыры этой. Зашли в портал и выбежали. Так. Теперь смотрите, у нас два танка. Это Войд и Точняк. Вы все созвездия, которые вверху появятся, вы их забираете на себя. Очень важно. Как можно максимально быстро. Все, давайте сейчас уже будем начинать. Будем быстрее.
Так, мы с Олегом будем на звездах сидеть. Видите, кто там, Джерин и Олег. Валера зашел. Буду его принимать, что он вылетает. Ну, говори, когда он что. Олег, Олег, тебя только ждем. Все хилы, Альпыч, иди за спину босса. Кашан, ты стой вот тут вот, иди сюда. В треугольник примерно, тут стой в треугольнике. Вот, и запомните все свои места, так и стойте на протяжении всего трая. Эра, ты врага, нет? Так, Олег, подходи, был начали. Подожди, мы будем начинать. Поставь шкаф, он ли. Олег. Да, только где? Дайте фласку. Фласку надо, да, дайте кто-то. 200 голд. В смысле 200 голд? Failed magic. Failed magic. Ждем только тебя. Понятно. Плюс, все, он подошел. Давайте ласчек и будем начинать. Отойдите к стенам, все, кроме двух танков. Да типки нет. Жека, заходи. Все, Олег, мы с тобой убьем звезды. И Джерин еще побьет. Так, ребята, массы не бить. На протяжении всего трая играем только точечно. Давай, Славик, начинай. Идите сейчас все к стенке подальше. Тотем и ставь в центр, шаман. Гера с пола будет? Ну, а, как обычно. Я скажу, когда Гера. А когда ты 6к отдашь? Месяц прошел. В смысле, месяц заканчивается 21 числа. Тихо, тихо, 5 секунд. Ну ладно. Давайте босса нормально убьем, попробуем на смерти. Поехали. Давай рост. Ставлю метку, мы в нее играем. Торопитесь разбивать. Босса после кары взрывом. От кружочка отошли. Увиди босса, видишь звезды? Гам от кары подальше. Так, давай разбиваем, захиливайте. Отойди, отойди от кушка, разбиваем, захиливай. Так, не трогай кружок, не трогай кружок. После кары взрывем. Кружка, отойди. Иди, босс. Вот нахрена ты это, Олег, сделал? Босс. Кружочки отошли. Готербал, хилься, хилься. Отошли от кружка. Отойдите, отойдите от кружка. 400 кого. Захиливай. Захиливайте рейд. Ваня, забирай. Дырки закроешь? Давайте быстрее. У вас 15 секунд. Одну черную дуру оставляем. Отбегаем от кара, отбегаем Элизона. Подходим к черным дырам, подходим к черным дырам. К черной дыре подошли. Будет суровый удар. По моей команде заходите. Так, заходит рейд, хилы остаются, хильте до конца. Хилы заходят теперь. Вышли. Хили вам. Так, от кружка отошли. После кары взорвем, не лей ничего пока, не надо. Кара под боссом. Пай разбиваем. Я жду, пока захилит, не бить кружок. Не бью кружок, захиливай. Ну, можно бить. Все, разбиваем. Захиливайте рейд. Так, кружочек разбили, прямо сейчас разбили. Так, захиливайте рейд. Гимна хп даю. Кары разобьем. Все, забирай. Так, кружочек, разбивайте. Захиливайте.
Нормально, нормально, захиливайте рейд. Пока не разбиваем. Вот теперь разбиваем. Убейте босса все. Заводи там звезды себе. Пока нет. Кара, отбегаем подальше. Закрывай черные дыры. Две черные дыры оставляй. Милики, помогите, Зипер, помоги ему. О, а со звездами чё? Алло. Все сурового. Сбейте речи. Заходим к черной дыре. Подходим к черной, блядь. К другой. Разбиваем кружок. Разбиваем кружок. Всем, наверное, блядь. Заходим. Ну, чё, куриные, блядь, чё? Бля, почему ты так поздно повесил метку? Я же говорил, чё ты не повесил? Мы бы уже бы сбили её давно. Хз, я думал, у нас есть чёрные дыры. Блядь, чё закрыли, пиздец. Ну так они исчезают, блядь. Падайте. Падайте, чё? Заходите, хард. Сколько, Олег, людей сидело? Ты сидел на звёздах и всё? Неважно, кто сидел, можно было сбить, если бы меточку поставили заранее, и все, они ждали бы на победном. Надо сразу сливать звезды. Не может быть вечной. Я об этом говорил, я говорил, что их 10 секунд надо сливать. Вы не понимаете, блядь, таймингов этого босса, блядь. Не верите на слово, блядь, считать, блядь, калькулятором придется, нахуй. Пока не поймете. А так да, только там удачу. Нет. Давай сейчас. Парни, а посоветуйте какую-то вкусную, не другую пищу. Суши. Возьми картошку напополам, мой майонезом помажь и мивинка сверху притруси приправы и в духу вкуса пики. Ну, звучало неплохо, но духовка у меня не работает, к сожалению. Тут не дырок не хватило, мозгов не хватило. Ты ливнул, надо добить Лагуна. А пока ливнул. Возьми три человека, блядь, Джериона, блядь, кого там, Дуду Типку и себя, блядь, и хуярь метки, блядь, и пиздец. Все, блядь, посливают. Да не все, три человека. Бибоп, много это три. Мы же с Олегом. Да, не в этом дело. Просто надо было заранее говорить, сразу сливать. Сразу. Вы слили одно, продолжаем дальше сливать, а не стоять 10 секунд ничего не делать. Да долго сливали, пиздец. Да что-то передо мной вообще просто дырку закрылось. Вот, смотрите, после первого сурового удара, когда мы выходим, у меня постоянно проблемы возникают с этими созвездиями. Надо как-то подгадать, чтобы не под кару их разбить. Это очень важно. Да это хуета всё. Какими созвездиями? Не под кару, а под звезду. Вот смотри, мы звезду разбиваем, и созвездие. Смотри, если у рейда фулл хп, можно разбивать звезду под кары, пофиг. Нет, человек вайпнется, если он будет в каре стоять, там ничего не поможет уже. Хоть ты не разбивал. Так хоть... объяснил, смотрите. Появляются созвездия, и созвездия кастуют через сколько-то там секунд каст свой, который наносит урон. И если мы разбиваем звезду в это время, то одного человека практически 100% ваншотит. Так это не забрали ачиву, сейчас еще можно будет сделать. Но она ваншотнет, если он будет рядом стоять. Нет, слезы уже все. Короче, нужен отдельный человек, например, Олег, который будет ставить метку молча, блядь. И три человека будут разбивать эти метки за 10 секунд, блядь, втроем. Че, куда там поливали? Бьем все точно делом так же. Че ты, Дима, зашел на шаман, зачем? Короче, все правильно попер делает, только ты это... Постоянно ставь метку и сливай ее. Так зачем он будет ставить? Он, блядь, отвлекается на тайминги, на всякую хуйню, блядь. Ты ставь метки, блядь. Ничего не отвлекается, просто он решил, что... Просто подумал, что черная дыра останется, они пропали во время сурового удара. Вот мы и вайпнулись, это все. Шана, Транга, подходите. А нахуя он на шамана зашел? Поставь шкаф, по-моему. Потому что слезы провалили, и как бы уже не важно, как будет развиваться эта вся хуета, и мне нужен хуй.
сейчас энхом будешь тут, да? Бесполезным. Пускай хилика подбивает. А, значит, ну, гоночный. Так, он... Олег, отожми кнопку. Кто у нас на первого сурового удара оставался? Точняк, да? Ваня, на тебе ревностный сработал или нет? Да, на первый сработал, фул хп было. Блять, это херово. Ну тебя не было. Ну я срезку не прожимал. А, ну правильно, молодец. Тебе надо срезку прожимать на первый суровый удар, это очень важно. Да, ну хорошо. Я же говорил, на 50% срез урон жмешь на первый суровый удар. На второй это просто ревностный прок. Я разница, что на первый, что на второй там и там. 2 минуты КД. На третий суровый вроде тоже я должен остаться. Не помню уже там. Ну окей, там по ситуации посмотрим. Ладно, сейчас буду подбивать тогда. Почаще пореже. С интервалом до 10-15 секунд. Как раз заходишь? Да, да, сразу. Главное, что планка 15 это хуёво, а планка 10 это заеби. То есть 8-10 секунд на звезду. Давайте еще. Отходите подальше от босса. Энки, Коттербол, подходи. Пул будет через 5 секунд. Босс сразу пойдет, представление большого не будет. Сейчас и будем начинать. Так, начинает с лава, давай начинай. Давайте сейчас все, босс уже одна секунда сагрит. Что это происходит? Так, рост пока не давай, покажи, где все два рост. После кары разобьем, Олег. Вот опять, надо сейчас разбивать. Разбиваем его просто. Даже если... Побежали? Видишь, никто урона не получил даже. Видишь, звезда? Не туда ведешь. Не бей, не бей, не бей, не бей, сейчас милики провалятся. Ну что ты делаешь? Да, разбиваю, захиливаю. Отбежали, отбежали от пушка сама там все. Разбиваю. Захиливайте его, да. Отбегайте подальше. Забирай, забирай созвездие. Сейчас звезда лопнет. Сама уйди. Коттербол. Закрывайте все черные дыры. Она все будет не ссыте. Забирайте с меня созвездие. Кара, одна секунда, смотрим внимательно под ноги. О, удар 8 секунд. Бейте босса. Подходите, где? Подходите к черной дыре. Метка где? Метка. Да, Олег, ставь сам, даже ассист. Так, заходите, заходите. Ходим, заходим. Хиливаемся. Ставил метку, после кары разобью. Давай разбиваем. Олега хильте. Ватербол сдох. Отлично. Про что я и говорю, видишь, созвездия спустились. Ватербол сдавай. Жучек вставил, захиливай. Разбили, захиливайте рейд. Захиливайте рейд. Второй разобьем. Не бей, не бей, не бей, не бей. Я не бил сейчас. Разбиваем, 3 секунды, 2 секунды, 1. Блять. Хила мало. Так, хилика, давай гимна ману. Ватербол ставь тотем прилива маны. Wild Magic давай инер хапалу. Все. На этом хватит. Так, разбили кружок. Давай кружочек, сейчас разобьем кружочек. Захиливайте. 2 секунды, 1 секунда. Брось. Ходим. 5 секунд, приготовьтесь. Будет кара, а потом сразу будут суровые удары. Отбежим от кары.
Кара, бежали, теперь заходим. Заходим. Падает кто? Гвотербол. Босса? Сбиваем кружок, Олег. Сбиваем. Следующая метка. А мне два стака. Ученика кильте. Так, разбили. Захиливайте рейд. Кружочек пока не бить. Ты что, опять забрал? Пожил хил. Ой, да? Ну, бля, жду пока отхилят, я вообще не без изду. С меня, блядь, тоже слетели стаки. Я пока танчу. Сейчас процент мобы исчезнут все. Бейте босса. 20%. Бейте босса, не трогайте звезды. Просто босса, на 20 переход. Все отлично. Сейчас дам войс. Не надо, я так убью, не ссы, ты сурово еще 20 секунд. Ты бейте просто босса. Нет, это для мобов. Созвездие спускается от третьей фазы. Не-не-не, ничего нет. Тут просто от кара отбегать надо, бежали кара. Будет походу суровый удар. Подходите к черным дырам. Подходите, а, сейчас будет суровый удар. Давай на меня зубы. На кого? На Войда. Под конец каста. Приготовься. Заходи. А, ну давай зубы. Ага, все. Отбил, читаю. Кто у нас в итоге квотербол только сдох, да? Давай посмотрим, от чего. Давай посмотрим, да. Он первый раз не зашел на суровом ударе, а второй раз просто умер от того, что звезду взорвали. Не захилили. Его созвездие убивали там еще. А, да. Вместо он, да, созвездие убило. Короче, нужно три танка. Танк всегда, который на созвездиях, 5 хилов, чтобы так хилы не умирали, и пиздец, все будет заебись. Не, ну, три танка. Три хила плюс ДЦ нормально. Я очень сильно чувствовал нехватки еще одного хила. Вот, слушайте, все комбо, да? Да, сейчас он спадет. Вот послушайте внимательно, видите, что он пишет? Созвездия на нем были, и мы разбили звезду. Созвездия, они либо на ДЦ идут, либо на Хапала, либо на Ршама, на ком всех больше агро. Кто первый в этом в рекаунте по хилу, по-моему, так. И они все втроем кастуют на него. Они все нахуй палочки идут. Танк нужен отдельно созвездие, блядь. Не бейте мозг нахуй. Это официальная тактика, блядь. Да, правильно. И 5 хилов, блядь, чтобы страховка была. Вот он говорит недостаток хила. Все правильно говорит, блядь. Его могли защитовать, и он бы не был. Они стреляют по 9000, блядь. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. ХП у него, блядь, 20 тысяч, под бафом на 30. Вот он и умер. У меня нет сил, что... Так, короче, когда следующий рейд будет? Надо будет слезы попробовать нормальным рейдом сделать. Да, надо взять и сделать, нелегко. Вторник. Нет, вторник нет, среда. Только вот, вот это... Вот извините, вот эта хуйня, что ты говоришь там, блядь, после кары, пусть Олег ставит, блядь, и бьет с тремя людьми эти звезды, блядь, за 10 секунд. И все, блядь, и говори, что хочешь. Если сигнал будет 5 хилов, все, заебись, захиливать. И танки, третий танк на созвездие заберет, блядь, никогда никакого хила с созвездия эти не убьют, блядь. Зи 5 хилов и 3 танка. Плюс еще фулл рейд, это да, это понимаю. Кто я? Не, я зипперу. Сейчас ой, всем буду. Три танка, 5 хилов. Зиппер пишет на другого. Не могу найти тебя, значит, без зипа. Сорян. Так. Давайте определимся. Так, ты, Ваня, был с Везакса, да? Раз, два. Три, четыре, пять. Сейчас я накину всем точно зипа. Как его посчитать надо? 150. Так. Кто не с нуля был, напишите. Так, ты только на
Сколько это full inst? За full rate? 3000 ты с нуля был. Так, хилика был с алгалона. Держи, заслуженное ЕП. Оп. Так, идем дальше. Ну рейд хороший, молодцы, сейчас офицкары отбегают. Это очень радует. Просто реально, вы, ну, не надейтесь какой-то дамаг, просто соберем фулл рейд, 5 хилов, блядь, без всяких вопросов там, и 3 танка, и все, пиздец. Вот 3 танка и фулл 25 человек, тогда да, тогда согласен. Так, кто еще был не с нуля? Пожарного. Так-то и сейчас можно было выбросить там пиздец. Ты еще... Ты тоже пас пазарного, Зеливин? Как ты с руками, тип, как он там? Йоксарон? Ну, у которого Алгарн. Левая правая рука. Алгалон? Калагарн. Ладно. Алгалон. Так. Так, кто еще не с нуля был? А, это Deadmines пожарного был. За типкой идем в доллара на пролетку. Здесь жму. Тут еще. Тут и типка плюса не умеет. Пока. Пока. Пока, пока. Кто еще не с нуля был? На Рекс с нуля, да? Вроде да. Калк. Я с нуля был. Нуля он был. Дженнифер с робота. Я утюгатор. Ладно, держи. Альпиш с нуля, да? Да, да. Мэджик. Сторожила. Все. Да, 14 человек только с нуля было. Да. Очень интересно. Есть видео, первое в мире убийство слез Фаргон, там или кто, я не помню. У них эти звезды разбивались за 10 секунд. А у нас они в фулгирном рейде вообще бьются, блин. Ну долго, блин, так не делается. 22.50. Поздновато для рейдов, считайте. Соберем потом, попробуем в среду, наверное, да, в льду сходим. Ага. 29. Собрал нормальный рейд. Только не надо дрочить с льдой, с лагоном час. Здесь 22.53.